Примерно треть жизни человек проводит с закрытыми глазами, во сне. Пока мы спим, организм восстанавливается и запасается энергией. Как высыпаться и справляться с бессонницей, нам рассказала врач-невролог Анастасия Якупова. Ученые доказали, что человеку на восстановление организма требуется 8 часов сна. Обязательно ли всем спать эти 8 часов, или это весьма усредненное значение и все индивидуально? На самом деле все действительно очень индивидуально. То есть в среднем, конечно, мы считаем здоровый полноценный сон 7-8 часов. Но кому-то может хватить там 6 часов, кому-то и 8 часов мало, и человек может спать часов 9 и даже 10. Детям требуется сна гораздо больше, то есть по количеству часов, чем взрослым. А что будет с организмом, если регулярно не досыпать или, наоборот, слишком много спать? Если у человека постоянно недосып, то в конечном итоге на первом месте это снижение концентрации, внимания и памяти. То есть, как объясняют наши пациенты, что они станут там менее активными в течение дня, станут забывать какие-то бытовые вещи, снизится работоспособность и так далее. У части людей может возникать какая-то головная боль, метеолабильность, и это все потихонечку накапливается и только негативные последствия несет. Есть люди, которые там работают в ночные смены, имеют суточный график, соответственно, ночью они не спят. Чтобы восполнить недостающие часы сна, они приходят и спят или там дремлют днем. И, допустим, суммарно, если посчитать количество сна у такого человека, действительно, это может быть больше. Как следствие, может быть, опять же, разбитость, вялость, слабость. И если человек, допустим, спал днем вот весь световой день, то, соответственно, ночью он не уснет. И формируется снежный ком, то есть нарушаются циркадные ритмы, ритм сон и бодрствование. Те, кто не высыпается в будни, стараются подольше поспать в выходные. Есть ли в этом смысл? Действительно организм восстанавливается таким образом? Мы, конечно, можем выспаться там в выходной день, проспать полдня, как все мы считаем, и чувствовать себя бодрыми, но чтобы не формировался хронический недосып, и такая хроническая усталость так называемая, нужно пытаться компенсировать вот эти вот недостающие часы сна в течение недели. То есть либо ложиться там на полчаса раньше спать, либо там на 15-20 минут попозже вставать. Тогда как нужно готовиться ко сну, чтобы быстро уснуть? Телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны и прочие вещи мы убираем за час, за полтора до сна, потому что яркий свет экранов и вот этот вот голубой свет, он раздражает сетчатку глаза и блокирует выработку мелатонина. Мелатонин – это природный гормон сна. Очень важная роль отводится гигиене сна. То есть мы должны проветрить обязательно помещение, где мы спим, чтобы была комфортная прохладная температура. Желательно, чтобы помещение было максимально темное, то есть изолировано от окружающих источников света. Плотные шторы, там, либо жалюзи какие-то. Ну и, соответственно, там громкая музыка и потусторонний шум тоже нужно исключить по возможности. Если, допустим, нет возможности плотные шторы, то повязки, наверное, все знают. То есть там либо беруши, у кого-то маленькие дети или животные в доме. То есть стараемся максимально сделать комфортными условия нашего сна.